Здравствуйте, дорогие слушатели. Хотел рассказать вам про прицел. Вот такой, который у меня уже 5 лет стоит на 308. Сперва на болтовике стоял, а сейчас стоит на Сайге 308. Это Липперс Акушот серии. Серия Акушот. Вот эта серия. Он как будто, ну, для мощных калибров рассчитан. Сетка здесь Мильдот. Здесь Мильдот 9 точек на прицеле. Есть на программе Стрелок Про про вот этот Мильдот 9. Я вот этот Мильдот 9 туда установил как бы сетку. И когда болтовик был, я стрелял до 500 метров по этому, по Стрелок Про. Но сейчас я на мелкашке тоже по нему стрелял, все нормально. Так, здесь, ну, подсветки есть 36 цветов, но я не знаю почему он, я с ним никогда не пользовался, мне он как бы не нужен. Параллакс от 10 ярдов, такая коробочка. Так. Сейчас не знаю, они продажи есть, но год назад где-то 1012 стоили. Вот так. Ну, она китайская, ну, из-за того, что серия Акушот, она усиленная, держит. Вот он сам прицел. Ну, здесь еще бленда была, где-то в машине лежит. Снял когда-то, чтобы не мешало. Вот если видно. Нет, не видно. Такие кольца шли в комплекте. Труба 30-я. Хорошо видно. Вот они. Вот включаешь, отключаешь. Вот здесь батарейка. Даже я не знаю, это есть там батарейка, нет, я как купил, так и не пользовался, а есть, оказывается, батарейка. Она, скорее всего, севшая. Я ни разу не пользовался. Основно по лесу хожу, вот 4 ставлю, и все. А так, когда по бумаге стреляю, где-то 10-12, потому что на 16 ставлюсь, у меня глаза плохи видят, она у меня мылится, короче. И вот здесь регулировка есть. Вот, вот этот параллакс вот до 500 ярдов, если видно. Поправки. Ну, прицел очень мощный. Тут на Modern China вот написано. То, что я много смотрел про эти, многие пишут, держит, не держит. Он у меня, говорю, стоит на 308, 5 лет уже. На болтовике стоял ЧЗ 550-308. На час вот стоит, значит, этот, на Сайге Каратыши. Ну, пока стоит. Пока бюджет не позволяет, куплю загонник какой-нибудь. Легкий, маленький, 1,6. А это тяжелый 800 где-то. Вес 850, по-моему. Но я привык его таскать тоже. Просто он вот длинный, слишком тяжелый. А так качество очень хорошее. Кто думает купить, не купить, советую. Хороший очень. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Задавайте вопросы.